Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Майнкрафтер Зука, и в этом ролике я вам солью свою карту в Майнкрафте PE на Майнкрафт-версию 1.1.5. Если мы соберем под этим роликом, ну давайте где-то 60 лайков, я эту карту солью. Кстати, эту карту вы увидите в моем Brawl Stars'е, в моем сериале. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, чтобы я эту карту солил. Но мы переходим к ролику. Ну, мы начинаем. Как вы видите, мы на вот такой горе сейчас находимся. Вот как видите, как на эту гору подняться. По вот таким мостикам, лестницам. Вот, вот это у нас тюрьма, потом сами увидите в сюжете. Так, это у нас домик Барли. Это у нас домик Була, домик Эль Прима, домик Кольта. Мэрия у нас, также тут деревья есть, и еще тут есть животные, там, где можно разводить животных. Тут есть продажа брони, точнее не брони, а оружия. Вот еще деревья, вон там дом Куаланиты, ЖД. Также у нас есть тут домик Ворона, домик Леона, домик Шелли, домик Спайка, домик Мортиса. Также его кладбище. Как вы видите, вот тут есть еще потайной ход. Как видите. Потом вы в сюжете Brawl Stars тоже все это увидите. Также тут есть арена. 1-1. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ребята. С вами был я, Майнкрафтер Зука. Всем пока.